В реке Чахловица зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в 45 раз. Такими оказались результаты проверки межрайонной природоохранной прокуратуры. Напомню, прошлой осенью кировчане и представители Общероссийского народного фронта написали заявление в надзорные органы. Они жаловались на неприятный запах и состояние реки, которое ухудшалось из-за хозяйственной деятельности аграрного предприятия. Отмечу, что сбрасывать стоки организации разрешили власти, но с условием предварительно их очищать. По итогам проверки предприятия обязали улучшить качество сточных вод. Исковое заявление направлено.